Здравствуйте, друзья! Актриса сериала «Тайны следствия» в центре внимания. Сестра Анны Ковальчук, Екатерина, рассказала, что у Анны родился сын. При этом правда вскрылась не сразу, семья это долго скрывала. В личном микроблоге звезда сериала «Крепостная» опубликовала фото младенца. Пользователи сети принялись ее поздравлять с пополнением ее и ее возлюбленного комика Гарика Харламова. Знаменитости, напомним, вместе уже несколько лет. Между тем, Екатерина в ответ на поздравления сообщила, что на снимке запечатлен ее племянник, сын Анны. Это заявление и вовсе шокировало публику. Анна Ковальчук, напомним, счастлива с предпринимателем Олегом Капустиным. У них двое детей, 13-летний Добрыня и 23-летняя Злата. И теперь семья пополнилась еще одним малышом. Между тем, слухи о том, что 46-летняя актриса беременна, появились еще в ноябре. Тогда Ковальчук внезапно покинула шоу «Последний герой». Друг актрисы рассказал, что врачи запретили артистке находиться на тропическом острове.